Привет! На, я тебе вручаю. Ну что, на пороге-то? Вот он красивый какой, красавец. А как? Доброе утро, мои дорогие. Рано еще, только-только солнышко встает. Птички поют. Но я вам хочу сказать, как похолодало. Смотрите. 10 градусов с утра. Прям вышло холодно. Ой. А что я хочу? Вон цвести собираются. Они всегда цветут в декабре. Ой. Я не знаю, как они называются, господи. Дубки их тут зовут. Ну, забываю все время. Птички поют. Так что жизнь продолжается. Гранаты висят. Вон, видите, октябрь, пошли дожди, и вон под деревьями было все высохше. Травка новая пошла, молоденькая. Ну ладно, включаем новый день, мои дорогие. А что я хотела от погоды? Конец октября. Сколько ж можно тепло да тепло? Ну, жизнь налаживается. Сейчас мне водичку привезут. Смотрите. А я удивлялась в Сочи, что по второму разу цветут. Ну, и у меня цветет. Вы посмотрите. 2 метра ростом. Красавец. Кто это, пчелы или осы, радуются. Так. Ой. Привет. Привет. На, я тебе вручаю. Ну что, на пороге-то? Вот он красивый какой, красавец. А как его зовут? Никак, сама называю. Боится, страшно. Да, это там гудит, косит, он боится. Так что вот тебе, красавца, тут кашки немного на всякий случай. Ну и у меня кашки есть что. Не, ну, с это, с желудочком. Да, маленький. Ты не понял, что тебя увезли от мамки? Ничего он не понял. Испуганный. Так испуганный вот этот. Стал косить, он боится. Ой, блин. Ну вот видите, какая прибыль-то у меня. Пока я моталась по Мурманскам да по курортам, а мне вот вырастили мальчика, чтобы я не переживала. Кобу жалко ужасно, но он уже не вернется. Вот так что теперь надо придумать, как назвать. Ну вот, начал мявкать, мявкать. А ничего, поел вон и устраивается. Да. От мамы отняли, да. Ну, ты уже большой мальчик, чего там. Смешной такой. Будет он у меня Макс. Почему-то мне это первое пришло в голову. Понравился ему этот мех искусственный. Ой, сейчас пошла ему песок насыпать в эту... Господи, как она называется? В туалет ходить. Ой, а у меня ж все орехи грецкие на земле. Вот надо идти собирать. Вот, вот так вот, да, вот умываемся. Умываемся. Господи, маленький. Да, надо орехи собирать идти. Ну и погодка неплохая. Солнечно. Сколько тут? 17-18. Ну, еще время-то до обеда далеко. Так, а мне нужно съездить
магазин. Ну, для всякого моего рукоделия. Кое-чего купить. Господи, вот это вот надо, наверное, мне разбирать. Ну вот что, в прошлом году все это подписывали. А оно, видите, все выгорает на солнышке. Жалко, конечно. Но такую страсть уже... Зачем оно? Правда? На улице 18, в тени. Народ в куртках. В жилетках. Я и сама в куртке, но в тоненькой, правда. А как-то уже раздето идти. Как-то уже, знаете... Не знаю. Как-то смешно выглядеть будешь. Вот. Ну что, зашла на рынок. Сейчас еще в путь зайду. Сегодня, правда, среда, цыганский рынок, но не хочется мне туда тащиться, да ничего мне там не надо. У меня дел дома много. Так, ну вот, теперь хочу вам показать, что я купила. Так, у меня тут посторонние шумы. Вы, пожалуйста, внимания не обращайте, это у меня огромный зверь. Котенок играется. Так, ну, во-первых, я вам показывала, что у нас в Черноморске открылся магазин с доставкой из Икеи. Вот, купила... Рамку вот такую глубокую, глубокую прям. Вот видите, вот сколько у меня пальцев туда залазит. Давно хотела такую рамку. Ну, пока еще не знаю, что я сделаю. Может, картину, может быть, что-нибудь объемное. Посмотрим. Ну, давно хотела. Так, и купила там же вот такую подставку. Ну, вот подложку, подполовник. Вот, ой, не знаю, видно вам, не видно. Вот она с такой выемкой. Вот. У Кости такая дома, и мне понравилось. Во-первых, она меньше места занимает, чем всякие вот эти вот ложки. Вот, тут увидела, купила. Ну что, скоро Новый год. Будем делать шарики на елку. Вот купила 3 пенопласта. Вот. И это я на рынке купила. И, в общем, закончилась у меня наличка. И я смогла купить только вот одни вот эти бусы гематитовые. Вот, поеду еще обязательно возьму. А, потому что это большая удача, настоящий гематит. Вот видите, чем он отличается? Тем, что он магнитный. У меня вот много мелкого гематита, но он не настоящий. Ну ничего, ладно. Зато можно к этому добавить мелких деталей каких-то. И у него, видите, какая форма интересная. Такие, не знаю, бочоночки, как они называются. Вот, большая прям удача. Это в сувенирах случайно я наткнулась. Надо купить еще пару-тройку штук. Пусть будут. Вот, так что не зря я сходила. Ну, еще купила мелочь, которая мне каждый день нужна. Но здесь в Черноморском очень плохо с этим делом. Один всего магазинчик на рынке. И вот когда заходишь,
кажется, такой большой выбор. Ну, на самом деле, совсем не так это. Много всякой ерунды, которыми я, ну, вообще не пользуюсь. Какие-то вот эти подвесочки, знаете, для дешевой такой бижутерии. Какая-то ерунда там всякая. Вот, очень жалко. Ну, ладно. Обещали мне еще, что будут вот эти конусы пенопластовые. Я в прошлом году делала с ракушками елочку. В этом году надо другую какую-нибудь сделать. Вот, так что материалы у меня сейчас просто огромное количество. Я уже, собственно, начала делать. Вот надо мне созвониться с Ларисой Артамоновой, потому что у меня заказ давно лежит от нее. Вот сделала Марине Баттл вот такую лису. Вот, в общем, работать я уже начала. Скоро вам покажу. Два шарфика я сделала. В общем, покажу вам. Сейчас побольше сделаю и покажу. Спит ребенок. Перенервничал. Полосатый. У меня не было еще полосатых котов. Ну что, вот и вечер. Первый мой вечер после долгого путешествия. И смотрите, какой закат. Немножко я упустила. Ну, уже отвыкла, что раньше, теперь закат-то. Красиво. Прохладненько. Прям к вечеру похолодало. Вот смотрите, за какой-то месяц солнце на закате сдвинулось. Я уезжала, было вот где этот знак пешеходный, а теперь вон там. А скоро будет вон там за деревом. Ладно, мои дорогие, дело у меня не в проворот. Начала так чуть-чуть сегодня. Ну, не то, что прям делать. Разобрать надо хотя бы все, богачество-то мое. Вот пока все это разберу, да начну потихоньку, помолясь, как говорят. У меня Ларисины заказы лежат. Лена Баттл с Мариной. Вот, так что буду делать. Машина ездит и ездит. Поменьше, конечно, стало, чем было, но все равно. Вот. Ладно, мои рыбоньки, давайте всем всего хорошего. Хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть ничего не болит. Ну, хотя так не может быть, конечно. Только, говорят, у покойников ничего не болит. Ну, хотя бы, чтобы поменьше болело, ладно? Давайте, мои золотые, не грустите, не печальтесь. Жизнь такая разная. Бывает хорошо, бывает не очень. Ну, ничего не поделаешь с этим делом. Все, давайте, спокойной ночи. Ну и пока-пока. Все, солнышко совсем зашло. Пока, мои хорошие.